гості мають припинитися в будь-якій бойовій дії. Если не нам, африканцам, нам больше всего понятно, что значит жить и в мире, и в войне. Сами ожесточенные войны были в основном в Африке, гражданские войны. И ирония судьбы, как и генерал уже сказал, многие украинцы, миротворцы именно защитили Африку и принесли мир в Африку. Я хочу вам сказать одно. Все, что имеет начало, имеет конец. Любая война имеет начало и имеет конец. Поэтому война в Украине все равно конец близко.